Очень много планов у руководства города на благоустройство нашего Слуцка на 2023 год. А мы вышли на улицы города, чтобы узнать у наших слуцчан, чтобы они хотели, чтобы изменилось в нашем городе, чтобы он стал еще более комфортный. Да, девчонки, пойдем? Пойдем спрашивать. На ваш взгляд, чего не хватает нашему городу? Вот сейчас благоустройством активно занялись. Чего не хватает вам, например, лично, в нашем Слуцке? Вот проблемное место. Ну, этот вот вопрос как раз-таки будет решаться. Вот это проблемное место. 17 апреля. Это самое проблемное место. Дорогие наши телезрители. В центре города. Вот, уже будут исправлять. Как раз-таки будут перекрывать, будут вообще чуть ли не до сентября ремонтировать этот мост. Ну, все, ясно. Все? Тогда все хорошо? Тогда все остальное все хорошо. Спасибо. Ни к садам не пройти, дороги плохие даже вот. Что я могу сказать, только дороги. Ну, не знаю, мне все нравится, наверное. Да. Суперский город. Наверное, где-то, может быть, посмотреть детские площадки во дворах, и во дворах именно дороги. Я всем доволен. В принципе, то же самое. Ну, вообще, как бы, зима была зима. Конечно же, все где-то недоработки, но сейчас субботники. Во время субботников, я думаю, все будет исправлено, все будет хорошо. Как вы будете принимать участие в субботник? Ну, конечно. Наверное, больше каких-то мест, ну, таких даже набережную разнообразить каким-то образом, воду, вот, лавочки, каких-то больше помещений расставить. Вот, так, в принципе, хороший город. Хотелось бы больше для детей. Вот хочется, чтобы вот наш парк, там была хорошая игровая площадка. Чего бы еще хотелось? Ну, а так, в принципе, кажется, всего и достаточно. Магазинов у нас много, но вот некуда сходить с детьми. Надо чуть-чуть дороги поменять в некоторых местах. Ну, а в основном в нашем городе все нормально, ну... А еще есть такие места, там, где очень засоряют мусором люди. Ну, не следят за экологией. В парке на... А еще около Фикспресса, около 10-й школы, там есть очень грязно. Около Фикспресса, около самого магазина, да. Нас все устраивает, у нас хороший, красивый город, и все у нас хорошо. Все нравится, да. Что бы вы хотели, вот как житель коренной нашего города, изменить в нашем городе, чтобы он стал более комфортным для проживания? Ну, комфортнее уже не сделаешь. Потому что центр города застроенный, снести что-то и построить – это неприемлемо. Лучше вот это место не обустроишь. Потому что я говорю, чтобы что-то здесь поставить, надо снести что-то. Ну, это ж ненормально, чтобы это сносилось.